однолетних вот растений бакопа очень красиво смотрится. Она, я первый раз увидела на сибирской ярмарке, у нас есть цветоводы, которые выращивают. Вот. Ну, мне нравится. И сейчас это стало в моду входить. Еще очень красивые из ампельных растений, тоже однолетние можно использовать. Это вот желтая Сан-Виталия. Она тоже не спадающая, то есть можно использовать в кашпо. Вот. Выращивается где-то в начале февраля, в конце февраля, в начале февраля, марта, так вот. Ну, особого ухода так нет, как обычные однолетники. Вот. Ну, мне нравится. У нас как-то было распространено все петунии. Ну, а это растение, если в сочетании можно что-то добавить, там низкорослые бархотки есть, низкорослые японские, как и петунию можно посередине. То есть такое разнообразие. Ну, это просто как совет.